Всем привет, подписчики мои, и сейчас мы с Тони направляемся через лесок, себе пособираем какие-то грибочки, так как стрельнули, промочило, и шли вот хорошие дожди. Жаль, что поздно уже, чтоб раньше, то были бы какие-то грибы. Но думаю, сейчас вот пошли люди, берут какие-то маслята, и может опята вот пойдут. Также мы такие вот любимые грибочки насобираем, пожарим. Там я, по-моему, какой-то уже грибок увидел. Сейчас пойдем посмотрим. Взял вот пакетик, ножик, остановился. И пойдем потом в мою такую вот избушку. Так как я вот с Виталиком Зеленым туда приезжал, попробовать проверить, как там, что там. То там много щуки такой вот мелкой, небольшой развелось. Она выбивает карася. То, думаю, поставим там ловушки, верши, там зонтик и сеточку протянем. И посмотрим, что туда поналазит, попадется. А то, говорю, такая вот погода, блин, эти дожди. И здесь вот я увидел уже какого-то грибочка. Идемте, ребята, смотреть. Вот такой вот гриб, посмотрите. А, такой вот какой-то польский. Фу, что ты делал? Так, лизал его. Так. И где-то я вот здесь, когда и шел, снимал, заметил. Так, идемте. Сейчас это, ребята, наберем на пожарочку. Вот, я увидел также старый. Фу-фу-фу. Так, может, опята. Где-то вот стрельнули. Прогуляемся. Себе. Оп-оп. А ну-ну-ну-ну. Тихо-тихо. Стой-стой-стой. Тони, неужели это опенок? Первый опенок. Тони, конечно, его повалил. Ах, такой осенний запах. Да, ребята, и вот он. Посмотрите, какая красота. Как я их люблю. Это две на мои самые любимые грибы. Белые и опята, так как они и закрытые, очень вкусные. И пожарить их. Ох ты шо. Так что пошли, ребята, сейчас поищем, пособираем, может, на пожарочку. Возьмем, а потом пойдем на вечерок там, накачаем лодочку и поставим там сеточку и ловушки. Так, пошли, а я их не замечал. Здесь такие вот заросли, кусты, пеньки, может здесь есть. Так что пошли. Вот еще сразу, ребята, здесь опята. Так, какая красота все-таки осенью пособирать такие вот грибочки. Классные толстые ножки берем здесь рядом сразу, где я те нашел. Так что пошли туда, зайдем, поищем. Встретили бобровые дамбы здесь. Красиво так. Такой вот канал идет. Здесь вот у него была дамба, ручей загородил. И пойдем посмотрим. Вот так он здесь плавает. Солнышко вылезло, красота, а то было так затянуто. Такой вот канал здесь у него. Есть, ребята, нашли вот. Опята здесь. Вот здесь такой пучок. Красота, так. Вот здесь я нашел. А то так ходили, не было. Вот попали. Так что поищем сейчас где-то здесь рядом еще. И здесь рядом спрятался пучок. Как круто сейчас вот прогуляться с Тони вредным. Так, сейчас срежем этот пучок. Они так идут, растут много вместе. Такие вот молоденькие, классные. Так. Может, найдем много где-то. И здесь возьмем. Также вот срежем. Класс. А бывают, находят, блин, облеплено. О, чтоб найти. Может, найдем побольше пучки какие-то. Пошли. Так, вот идем. И еще вот нашли пучок опять таких. Тони что-то грызет. Ох, такие вот красавчики.
возьмем. Так, нельзя, Тони. Пожарю, тогда попробуешь. О, вот еще маленький возле веточки спрятался. Класс. Вот так идем. Нет, нет, хоба есть. Да, Тони? Тони. Фу! Что ты взял за гриб? Вот ложные опята. Сразу видно. Такие ярко-желтые. Вот косуля здесь греблась. Там, здесь. Вот Тони нюхает. Чует. Вот ММДМС свеженький. Так, и здесь. О, фу! Ты что взял в рот? Балбес! Класс, ребята, полянку нашел. Опять. Вот такой вот пучок. Красивенький. Такая вот кучка классная. Вот. Сейчас возьмем. И раскинуто. Вот так вот. Маленьких много. Здесь, здесь вот так. Пары. Так, где-то я еще видел. А, вот здесь опята. О, сейчас наберем немножко. Так, может, еще где-то рядом есть. Да, вот там есть маленький, торчит. О, здесь вот сразу рядом два. Обожаю собирать опята. О, такой вот пучок хорошенький. Класс. Ребята, срезал здесь, разворачиваюсь, хоп, и здесь бучок, а я не заметил, вот как прячутся, вот такие вот, о, семья, и здесь так классно, а вот уже, ребята, мухоморы, похожи на опята, такие вот они, видно. А вот показываю вот такой вот опенок. Такая вот у него шапочка и юбочка еще спод низу. Маслята нашел. Такой вот целый пучок. Ого, сколько их здесь в одной куче. О, хорошенькие. Так, надо еще обрезать эту землю. Пришли в мой старый лесной лагерь. Какая красота здесь, атмосферно. Пруди, которые я раскопал, расчистил. Вода, кстати, поднялась, нифигово. Фу. Мы эту избу перекрыли с Виталиком Зеленым. Кто не видел, ссылочку оставлю в описании на его канал. Заходите, смотрите. Купил вот рубероид. А то тот рубероид вообще, блин, уже сгнил. И чтобы сохранить, стояла здесь эта изба, перила. Немножко эти ветки попадали. Но ничего. Пошли, посмотрите, как красиво сейчас здесь. Дожди прошли неплохие недавно. И поднялась здесь уровень воды. Что ж затопило это домик для уточек, который я сделал. Я не помню, чтобы это его затапливало. Всегда под домик только. Да, его даже мостик этот затопило. Поднялась вода нифигово. Ну, это классно. Сейчас поставлю здесь сеточку и ловушки. Верси вот принес лодку, накачал. Так что поплыли. Сейчас протянем здесь эти ловушки. Может, что-то будет завтра. Придем, посмотрим, проверим. А, все, поплыли. Сейчас на вечерок. Красиво так. Посмотрите, как затопило это домик. Я помню, купил уточек таких вот домашних белых. И кормушку сделал, они здесь жили, спали в этом домике, чтобы их лисы не стырили. Одну только стырил какой-то ястреб, но они просекли и уже так были аккуратно. Если там что-то летало, сразу уже прятались. Вот такая вот здесь красота. Что-то там рыло. Ого, какие заливы, я смотрю, туда аж пошли. Позатапливала Тольху. Так, тонет, только не упади. Так, сейчас протянем сеточку. Опа, что-то убежало. Что-то стояло, видно, щука стояла. Как там, на том здоровом озере. Плывешь, и она убегает.
Так, вот здесь будем ставить. Взял сеточку, там она, отрезал кусок небольшая. О, и протянем сейчас, поставим. Пошли ставить. Все, привязали там, поставили палку, глубина действительно хорошая. Так, и натягиваем сетку. Так, отплываем. Все, и натягиваем кусочек небольшой. Посмотрим. Здесь как раз глубина хорошая. Все, поставили здесь сеточку. Протянул на палку. И там. И пошли две верши, еще поставим. И зонтик. Да, Тони? Да, Тони? Да, Тони? Помню тогда с Виталиком Зеленым. Блин, здесь эти сомики также развелись. Штук 5 поймали паразитов. И щук, помню, 3-4. Взяли небольших, правда. Но если хорошенькие, может, в сетку вот влетит. За эти года уже прошло 3-4 года. Здесь, блин, развелась. Так. Все. Ставим зонтик. Так. И привязываем к берегу. За камышек. О! Все, есть. И пошли, поставим две верши. Да, Тони? Так. Ставим здесь. Эй, эй! Блин, я думал, она на веревке. Так, ладно. Ставим здесь палку. Значит, все, будем знать, что здесь верша. Это вот веревка. Я думал, она привязанная. Все, привязываем. Сейчас эту привяжем и пошли. Бросим, поставим. Как красиво сейчас, погода, осень. Так, бросаем вот здесь. Еще одну вершу и привязываем до камышика. Все, справились. Все, а завтра приедем с Тони, проверим. Интересно, что в сеточку попадется и в эти верши. Да, Тони? Всем до завтра. Приехали на следующий день. Сегодня погода классная, также солнышко. И поплывем сейчас проверять наши верши. И сеточку посмотрим, что туда попалось. Какие-то щучки, я думаю, попались. Может, даже и леночек, а то тогда с Виталиком Зеленым такой небольшой леночек попался. Карасики, сомики. Может, думаю, в сеточку что-то хорошенькое попадется. Поплыли. Накачал лодку, принес. А потом пойдем, ребята, опять в лес пособираем грибы. Я здесь рядом знаю места такие. Под березкой всегда стреляли эти опята. И, может, поймаем какую-то рыбку себе. Возьмем филешку и потом с грибочками, с опятами пожарим в лесу. Так что, пошли. Поплыли. А то выплыл и забыл сделать такую вот палку, крючок. А то там вершу мы кинули.
чтобы достать ее. Так, поплыли, видно, проверим сеточку, мне интересно, первым делом достанем, а потом по обратному пути эти верши. Так, где-то здесь стоит верша, вот сделал палку, так что достанем. Так, подплываем. Будем проверять, интересно, или есть щучка. Опа, сетка вся притоплена. Интересно. Так, я уже здесь вижу небольшая щучка. Так. Опа! Там еще одна. Также небольшая. Так. Так. Притопленная была и дальше. Опа, там что-то есть, какие-то бульбашки. Опа, есть. Ребята. Вот хорошенькая. На килошку где-то. Такая. Ах. Ох, это да. Хорошая щука. Так, бросаем в лодку их. Так. А, все. Три щуки. Одна хорошенькая. Так. И пошли. Проверим верши. Так, поплыли. Найдем эту вершу. О, я же здесь где-то рядом зонтик ставил. Я про него забыл. Я как-то забыл зонтик. Где-то он, эта веревка. А, вот. Я смотрю, думаю, где-то здесь рядом. Так. Достаем. Есть щука, сомики. Небольшая щучка. И сомики, эти гады. Развели. Ах, как они кусают, посмотрите. То есть эти шипы колят. Вот блин. Фу, фу, Тонь. Вот развелось. Так. Берем в лодку. И пошли проверим. Так, эти верши. Так, где-то. Будем сейчас цеплять как-то. Так, нету. Опа, есть, зацепил, ребята. Так, есть здесь. Ох, ничего себе! Какой здесь ленок залез. Какой красавчик. Куча сомиков. А вот это уже красотища просто. Посмотрите на это красавца. Вот это да. Ребята. Вот это ленок. Не ожидал такого ленка поймать. Такой болотистый, черный. Посмотрите. Вот это красотище. Так, может, заберем другу. Он разводит. Будут матки. Так. И еще где-то. Так, так, так. Так, возьмем эту вершу назад. Чтобы не мешало нам. Уловчик здесь хорошенький. Так, что-то я вторую вершу не замечаю.
Где-то я ее привязал. О, нашел. Так. Может, и здесь леночек попался. Так, 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 достаем. Здесь верша побольше у нас. Так. Есть щука и два линка. Вот это да. Каких красавчика также. Вот это улов. Ребята, но таких линков я не ожидал. Я запускал здесь, помню. Они уже давали и потомство, я и маленьких ловил. Класс! Ох, поплыли к берегу. Уловчик удался. Тони, ты куда щуку одну украл? Тони, ты куда щуку украл одну? Отдай! Ты на дычку пошел прятать? А? Тони, отдай щуку! Вот такие вот леночки два. Огромных. Здоровые такие. И там еще один. Посмотрите. Класс. Так, сейчас достанем. Может, говорю, завезем другу на разведение. Так. Иди сюда. Вот. Щучку кинем. Так, вот там щуки. Вот это леночки. Класс. Я помню, штук 15 запускал таких на ладошку, чуть больше. Так, сейчас снимем филе с этих щук. Поймали вот 4 щуки, пятую куда-то Тони затянул. И пойдем еще пробежимся, пособираем опять. Я помню, здесь рядом пару мест под березками. Постоянно, каждую осень там стреляли они. Так что берем, почистим. Разрезаем, наверное, сначала. Или вот так берем. Проходим. И пожарим. Нельзя. Фу, Тони, ты уже одну куда-то затянул. Класс, но линки вообще, блин. Красота, такие здоровые. О, классные филейки. Так что берем. И одна щучка хорошенькая еще попалась. Нужно ее отсюда выбивать, эту щуку, а то вот ее развелось, сомика, и все. Они выбивают карася. Если вот не смотришь за прудом, он вот запускается. Один остался. Линок здоровый, наверное, здесь. Где щука его не может взять. А, ну текай, Тони. Ты задрал. Так что чистим и пошли еще. Сегодня погода классная. Поищем грибы. Опята. Все, занесли все. Лодку, там рыбу. И пошли теперь пробежимся по моим местам. Где... Там постоянно стреляют эти опята под березкой, я знаю. Взял ведерко, уже ножик, и пошли. Может, там также должны быть. Да, ребята, есть вот опята. И здесь вот под березкой, про что я и говорил. Когда я здесь эту избу, этот лагерь делал, то с этой стороны, я помню, так были. Опа, ничего себе. О, вот здесь, посмотрите. И здесь так раскинуто много их. Ох, класс, какую я поляну нашел. Здесь, здесь. Красота. Может, под этими березками еще. Сейчас посмотрим. Нашли поляну. О, сейчас здесь быстро. Может, ведерко даже соберем. Вот это красавчики. Так. Вот под березкой. Сколько их.
Вот это уже полянка неплохая, а то я вчера там лазил, где ни где там. Так, класс. И здесь, а здесь уже такие они более старые, то берем вот молоденькие здесь собираем. Нашел свою старую ловушку на фазанов. А здесь поймался гриб какой-то. Очень интересно. Так, сейчас достанем как-то. Такой рыжий какой-то. Вот такой вот. Какой-то стрёмненький. Не будем его брать. Иду такой, поднял голову. А здесь вешенки растут. На ольхе. Вот, в дикой природе, как они. Ой, там высоко еще. На сухой, трухлявой. О, и с этой стороны. Класс. Пускай, я думаю, растут. Пучки еще небольшие, так как мы недавно у себя их готовили. А мы попозже придем. Срежем их. Вот такая вот красота. В дикой природе они еще намного вкуснее, чем с этих мешков, как у меня с грибницей я делал. Я помню, приехал к другу, а у него возле дома растут такие вот пучки здоровые, вешенки. Я говорю, что ты не берешь, а он даже и не знал про них. И все равно побоялся их готовить, я срезал. Так что вешенки это класс. Вот здесь сейчас зашли ольха, затоплена, так что можно будет поискать их, посмотреть, может... Если еще будет, то срежем, заберем. Так как просто охота опять в этот раз насобирать и домой, и сейчас приготовить, пожарить. А то мы недавно вот готовили, говорю, ели эти вешенки. Еще нашли вешенки на упавшем дереве. Так и думаю, здесь такие вот много трухлявых деревьев может есть. И вот здесь какая вот красота. Облеплена вешенками. Как красиво. И там вообще пучок здоровый такой уже. Ох. И здесь сбоку. Вот это красота. Идешь такой уже. Надо и под ноги смотреть. А ты уже и вверх по этим деревьям заглядываешь, смотришь. Так, и там попадали трухлявые деревья. Пойдем посмотрим. Ну, они вот, смотрю, только стрельнули. Как-то придем по вешенке еще, говорю. Соберем. А сейчас по пята пошли. Фух, разведали. Еще, может, разведаем. Они подрастут. И потом придем, ведерочко нарежем. Ничего себе, не ожидал, блин, белого еще найти. Такого вот. Красавчика с толстой ножкой какой. Ох, вот это беленький. Класс. Красота. Да, Тонь, красота по лесу побегать, да? Уже упал где-то, намочился мокрый. Такой вот он довольный. Фу, привал с Тоней. Развел костерчик, кинул две филейки. Вот жарим. Грибочки помыл, почистим. Два лука есть. Да, Тони? И сейчас перекусим вкусненько. Тони также набегался. Такой уже на опыте. Взял так, разгреб этот мокрый мох, так как был дождь. И лег вот. Как косули делают. Молодец, красава. Да? Набегался, отдыхал уже. Пожарили щуку. И сейчас грибочки с луком. Тони уже сидит, ждет.
Ох, вот это вообще вкуснятина. Тут опята с белыми. И сейчас перекусим вкусненько. Да, Тонька? Ты захотел кушать уже? Да? Перекусили с Тоней вкусненько. И будем собираться вот так вот. И не думал ехать никуда. Вчера просто после обеда солнышко. Я простыл, думаю, поеду. Поставим ловушки эти, верши. Себе глянем или есть опята. И себе вот, как круто себе провели время. Пособирали вот опята себе. Поймали там щук, линков. Класс. Так что, ребята, кому понравилось такое вот видео, пиши, ставь лайк. Всем пока.